Я даже не знаю, заплатили ли строители этого отеля компании Metro Golden Mayer или кому там, Хани Барбери, кто создатель Тома и Джерри, на этот Том Резорт. Очень крутое место, потому что, ну, я живу по соседству, и мне нравится этот резорт. Он находится на горе. И сегодня будет небольшой обзор сверху и снизу о том, что нас ждет, точнее вас, тех, кто будет здесь жить. На входе находится сразу такая вот скульптурная группа, ее обновили с прошлого года. Безумный Джерри. Безумный Том. Зелено, красиво. Смотрим дальше. Вот такой вид открывается с парковочки, но я думаю, что из бассейна будет вид не хуже. Вон тот белый дом, это дом, где я живу. Кто будет жить в том шоу-резорте, можно мне рукой махать. Летит самолет, вон на Фукуоке садится. День жаркий, чуть пасмурный, ну так, перепадами. Пойдем дальше, посмотрим, что внутри. Это вот стойка ресепшена. Hello? Небольшой магазин. Люди ждут, видимо, трансфера, потому что от отеля ездит небольшая машинка вниз. Отель находится наверху, поэтому вниз пешком где-то минут, ну, 5-8, а на машинке до пляжа, я думаю, что за 5 минут вас довезут. Вот он вид. Вон бассейн. Бассейн, у него есть две зоны, есть детская и есть взрослая. То есть глубокая и неглубокая часть. Территория небольшая, но зеленая. Можно там чуть побродить, пойти вон наверх посидеть, внизу посидеть. В общем, классно. Пойдем дальше. Это сам бассейн. Вот здесь детская зона. Вот здесь зона взрослая. Видно, что налетело за вечер ветром немножко травы, но я думаю, уберут. Вот так выглядит главный корпус. То есть здесь, наверное, ну, штук 30 с той и с той стороны номеров. Отель сам раз, два, три, четыре, пяти, шестиэтажный. Ходит лифт на каждый этаж. И вот есть, получается, у них вторая очередь. Там уже двухэтажные такие виллы. Немножко более комфортабельные, судя по всему, из-за того, что это private. В отеле находится на первом этаже ресторан. И мимо него проходил только что. По состоянию номеров я не знаю. Я думаю, что когда приедут наши гости, кто здесь будет жить, я напрошусь в гости, как бы это ни было тавтологии, и посмотрю, что за номера. Пока это выглядит все вот так. Это вот знаменитый их пруд с карпами. Карпов называют кои. Да, карпы кои. Плавают там рыбы. Вот они. Ого! И желтые, и черные, и серо-буромалиновые, и красные. Боже, какие классные рыбы, а! Вообще. Их можно покормить за 15 тысяч донгов. Меньше, чем за 50 рублей. Я думаю, что они на палец реагируют. Ну-ка, рыбы. Оп-оп-оп-оп-оп. Не, боязно, еще откусят. Это ресторан. То есть здесь гости завтракают, наверное, и ужинают, в зависимости от пакета, который приобретается. Место очень милое. Столы, стулья, официанты ходят. Приятно. Там еще бар есть, наверное, да? Да, вот такой бар небольшой. Вот те самые машинки, которые ездят на пляж. То есть, когда много туристов, они ходят, электрокарчики вот такие. Так что можно будет добраться до пляжа без проблем самим.
Вот такой небольшой обзор. Это был Артем, Phuket Life. Надеюсь, видео будет полезным для тех, кто хочет снять именно этот резорт, этот отель Tom Hill Resort. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Заходите в наши чаты, в WhatsApp и в Телеграме. Ну и читайте портал Phuket Life. Больше 200 статей про остров, обзоры отелей, разные полезные гайды. Ну и вся информация про другие штуки. Всем пока!